Ивановские полицейские задержали особо опасного нарушителя. Им оказался 32-летний мужчина. Он приходил в организации по выдаче микрозаймов и, угрожая пневматическим пистолетом, заставлял кассиров отдавать деньги. Лицо налетчика попало на камеры видеонаблюдения. Записи изъяли и распространили в социальных сетях. Опознать злоумышленника удалось благодаря бдительным пользователям соцсетей. Сейчас подозреваемый в 4 разбойных нападениях находится под стражей. Сумма похищенных средств не сообщается. На протяжении 2,5 лет в городе Иваново органами внутренних дел регистрировались факты однотипных совершенно разбойных нападений на офисы микрофинансирования. Неизвестный мужчина плотного, крепкого достаточно телосложения заходил в эти конторы и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забирал у служащих этих контор всю имеющуюся там наличность.